Благослови, душе моя, Господа, благословенеси, Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 14 по 27. Послушаем это евангельское зачало в прочтении отца Александра. «Во время оно, видевши человеца знамение, еже сотвори Иисус, глаголоху яко сей есть воистину пророк гряды в мир. Иисус, убо разумев, яко хотят прийти, да восхитят его и сотворят его царя, от иди паки в гору един, яко позди бысь, снидоши ученицы его на море, и влезоша в корабль, и идяхона он полморя в Капернаум. И тьма абия бысть, и не убия пришел к ним Иисус. Море же ветру вели дыхающе воздвязашеся, гребши же яко стадии 25 или 30, узреша Иисуса ходяще по морю, и близ корабля бывша и убояшеся. Он же глагола им, аз есим, не бойтеся, хотяху убо прияти его в корабль, и абия корабль бысь на земли, в ню же и дяху. Во утре же народ, и же стояша об он пол моря видев, яко корабля и нога небету, токмо един той вон же внедоша ученицы его, и яко не внидеса ученики своими Иисус в корабль, но едини ученицы его и доша. И ини приедоша корабли от Севериады близ места, и держи едоша хлебы, хвалу воздавши Господи ви. Егда же видишь о народе, яко Иисуса не бысту, ни ученик его, влезоша сами в корабли и приедоша в Капернаум, ищуще Иисуса. И обретоша его обон пол моря, реши ему, рави, когда сде бысть. Отвеща им Иисус и рече, аминь, аминь, глаголю вам, ищите мене, не яко видесте знамение, но яко я лесте хлебы и насытистеся. Делайте не брашно гиблющее, но брашно пребывающее в живот вечный, еже Сын Человеческий вам даст, сего бо Отец, знамена Бог. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им, «Это Я, не бойтесь». Они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса.
и, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» И Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо в Нем положил печать Свою Отец Бог». После чуда насыщения более 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами среди народа на волне ликования вспыхнуло желание привести Христа к власти и сделать царем. Но Господь, не желая потакать ложным представлениям о Мессии, как о земном царе, опять удалился на гору один. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Они уже не защищают закон, уже не обращают внимания на нарушение субботы, уже не ревнуют по Боге. Они бросили все, лишь только чрево было наполнено. Христос стал для них и пророком, и они хотят поставить Его и царем, но Он уклоняется. Для чего? Чтобы научить нас презирать мирские почести и показать, что Он ни в чем земном не нуждается». Ученики же, оставив Христа на горе, сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. В это время поднялся сильный ветер, и волны разбушевались. Евангелист Иоанн замечает, что ученики уже проплыли 25-30 стадий, то есть приблизительно около 6 километров, когда увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке. Христос видел их бедствующими в плавании. Лодка находилась посредине моря, ее било волнами, потому что ветер был против них. А потому Спаситель пошел к ним по морю. Блаженный Феофилакт отмечает, что Христос попускает им испытать бурю для того, чтобы, когда после бури настанет тишина, они более обрадовались случившемуся, и чтобы в их сердцах запечатлелось неизгладимое воспоминание о сём. Когда они находились в опасности, Он предстает перед ними и Словом Своим прогоняет страх их и на море производит тишину. И таким образом творит двоякую тишину, укрощает смущение в их душах и волнение на море. Многотысячная толпа людей осталась ночевать на том же пустынном берегу, где совершилось чудо насыщения. Все видели, что у берега стояла только одна лодка, и что в эту лодку вошли ученики Спасителя и отплыли, а сам Христос ушел на гору. На другое утро люди, по-видимому, искали Иисуса, но не нашли. На лодках, пришедших из Тевриады, города на западном берегу моря, многие отправились в Капернаум, желая отыскать Спасителя. Когда же нашли его, то спросили: «Рави, когда ты сюда пришел?» Прекрасно понимая настроение искавшей его толпы, Господь заметил: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». В своих дальнейших словах Спаситель призывает думать не о тленной пище, которой стремится насытиться не знающий Бога человек и которая погибает вместе с телом, но о той, которая пребывает вечно и послужит для духовного насыщения. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что человек не может обойтись без духовной пищи, дающей вечную жизнь, то есть без самого Христа. Вкусить и увидеть, как благ Господь, сподобляются те, кого Он питает Своим пречистым телом и кровью. И именно так Спаситель не просто открывает уверовавшим возможность пребывать в присутствии Бога, но и дарует соединение с Ним в таинстве Евхаристии. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, душе моя, Господа, благослови.